Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24-karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg. Schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Командир воздушного судна, бройлер, две двоечка, два восьмерочка, жмых Airlines. Неважно как, неважно где, главное вместе. Понял, принял. Мы начинаем взлет. Если все пройдет хорошо, нам тоже будет очень хорошо. А это вы понимаете. Хорошо. Итак, ладно. Они братья. Один занимается бизнесом, а второй полетами. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете. Вот и они на вертолете. Итак, сделка состоится. Они хотят обменяться на открытом месте. Хорошо? Ладно, идем. Принес? 100% настоящий колумбиец, мой друг. Покажи. Зеленые. Десятки, двадцатки. Думаю, мы договорились, дружище. Давай, жми быстрее! Да-да-да, GTA Vice A, живое воплощение ностальгии. Настоящая классика – это игра, мимо которой настоящему геймеру просто нельзя пройти. Но почему она настолько сильно любима среди фанатов GTA? Откуда она вызывает такие приятные ощущения безмятежности и утопии? Все дело в 80-х годах или неоновых пляжах с песчаными вывесками? Может, она любима своей музыкой и харизматичными персонажами? Разнообразным и увлекательным геймплеем? Но нет, на самом деле нет, никакой магии или особенной формулы успеха тут нету. В прошлых обзорах я уже говорил, чем именно понравилась игрокам вся серия GTA, своей свободой действия. Но главной проблемой этих игр являлось практическое отсутствие сюжета и, самое главное, интересный сеттинг. Раньше были либо 2D GTA, в которых атмосфера, понятное дело, не могла полностью раскрыться, либо же был только депрессивный Liberty City с его угрюмыми дождями и туманом. Разработчики это, конечно, понимали, и чтобы завлечь еще больше игроков, решили создать более красочную ламповую игру, в которой не будет уныния каменных серых джунглей, а будут пальмы, песок и голубой океан. А по ночам будет создаваться атмосфера клубного веселья и романтических прогулок, а не социального ужастика. Но Ясное море самым главным двигателем атмосферы будут харизматичные персонажи с разными принципами и целями. Они уже не будут вызывать такое неприятие, как GTA 3, но и при этом героями их делать тоже не будут. Они будут показывать игрокам, как в те самые неоновые 80-е бандиты делали бизнес, и чем это для них оборачивалось. Для многих это время прошлого века знаменуемо той самой ностальгией по временам, в которых никогда и не был. Но, к сожалению, или к счастью, ностальгия – это одно из самых обманных чувств человеческой природы. Если хорошенько разобраться, можно заметить, что и GTA Vice City не такая уж и волшебная. Ее хоть объективно нельзя назвать плохой, но в ней тоже есть косяки. Большинство из них незначительны и незаметны среди множества хороших мелких деталей, дополняющих эту игру, но мимо парочки из них невозможно не пройти.
так как без них и не было бы того самого безумного пиздеца GTA. Но обо всем по порядку. Начну с самого простого, с источника вдохновения. 1980-е годы ознаменовали собой бум культурного развития по всему миру. Итальянская диско, новая волна, панки, технопанки, неон-нуар, синт-вейв, рок, тяжелый рок, панк-рок и так далее и тому подобное. Холодная война подходит к концу, железный занавес ржавеет и рушится, происходит массовая демилитаризация, движение неприсоединения и, конечно же, развитие электроники и соответствующий рост экономики. А из-за развития экономики увеличивается количество мигрантов из бедных стран, а за ними и преступность. От уличной шпаны до крупных интернациональных наркокартелей. Обо всем этом, в свою очередь, было снято множество фильмов и сериалов, но больше всего досталось американскому штату Флорида и городу Майами в частности. Почему? Просто из-за его географического расположения. Он близок к бедным странам Латинской Америки, морским торговым путям, имеет хороший климат и безупречные пляжи, которые привлекают сотни туристов, а также искателей дивной американской мечты. Поэтому в городе розового солнца и голубой луны постоянно что-то происходило. Все этой движухой, соответственно, и вдохновились разработчики, особенно учитывая то, что они застали то время. Игра разрабатывалась в начале нулевых, а это значит, что даже самые молодые сотрудники Rockstar провели свое детство в 80-х. Теперь они вдохновлялись уже не строгими мафиозными фильмами конца 90-х типа «Схватки» или «Расплаты», а более старыми гангстерскими фильмами. «Путь Карлито», рассказывающий о том, как пожилой преступник Аль Пачино пытается уйти на пенсию в райском месте. Конечно же, «Лицо со шрамом». Тут тоже Аль Пачино, но уже и наоборот, идущий к успеху. И сериал «Полиция Майами». По сути, сборник разных полицейских историй. Поэтому как сюжет, так и миссии в игре где-то напоминают, а где-то и вовсе копируют моменты из этих произведений. Так, теперь о главном. После успеха GTA 3 разработчики определились, какой они хотят видеть следующую часть GTA, и отправились во Флориду фотографировать и просто изучать город Майами и его округ. В этом плане Rockstar добились более-менее прогресса. На исследование локаций для GTA 3 было выделено всего 2 фотографа. Тут же на исследование города отправлялись целыми группами, хоть и хаотично. После этого в конце 2001 были сделаны основные 3D-модели и планировка будущего Vice City, ну а в начале 2002 полностью закипела работа. И самое раннее, 22 октября 2002 года, игра вышла на PlayStation 2, а потом 12 мая 2003 на персональные компьютеры. Хоть и к октябрю 2002 игра и была готова, в ней присутствовали баги и недоработки. Поэтому практически до самого дня релиза студия активно работала над игрой и исправляла их. Компания просто не позволяла себе расслабляться из-за того, что хотела выпустить продукт качественным и в срок. Также материнская компания Take-Two возглавляла большие надежды на GTA Vice City. Сэм Хаузер, один из создателей Rockstar Games, вспоминал, что в тот момент он меньше всего хотел подвести игроков. По мне, было бы лучше, если они вообще не купят игру, чем получат от нее разочарование. Тут я могу вспомнить Cyberpunk 2077, но не буду. Все говорили, что и сами так думали, а потом взяли не и попробовали. Получилось. Попробовали еще. Сделали 4 попытки, но получилось только 4. Представляем вам самый секретный дворец в GTA. Вот он, прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в GTA. Его официальная подтвержденная площадь по документам 17 квадратных метров. Его даже особо не с чем сравнивать. Самые роскошные дома на Рублевке гораздо больше. Это новый Версаль или новый Зимний дворец. По-настоящему царское место. Liberty City, 1986 год. Да, именно Liberty City, вы не ослышались. Здесь начинается сам сюжет. Местный босс Сони Форелли решает расширить свой бизнес и засматривается на Vice City. Там он решает совершить сделку, закупить партию коки в обмен на бабки. Туда он отправляет главного героя, Томми Версетти, человека, который недавно вышел из 15-летнего тюремного заключения. То, за что он сидел, раскроется только в конце игры, и то в общих чертах. К нему пристроят 2 громил и отправят в Vice City. Там их встретит Кен Розенберг, местный адвокат семьи Форелли, который также будет следить за сделкой. Но как всегда, все пройдет через одно место. Сделка сорвется, дилеры и людей Форелли порешают,
и Томми в Рассвете останется как без денег, так и без Коки. А самое главное, он останется в очень крупных долгах перед своим пока что боссом, который будет очень зол и захочет вернуть свои деньги. Ну и дальше начнется основной сюжет. Томми в Рассвете необходимо будет разобраться, что творится в городе, узнать, кто сорвал сделку, и вернуть деньги Форелли. Томми! Дальше между делом в Версете познакомится со многими важными шишками в городе, выполнит огромное количество разных просьб, ну и под конец начнет потихоньку захватывать город, создаст свою семью в Версете и станет главным в Вайс-Сити. Это и весь основной сюжет, финал не буду спойлерить. Кстати, это первый случай в серии GTA, когда главный герой по сюжету добьется чего-то действительно большего. В прошлых частях в финале герои таки оставались уличными бандитами. В GTA 2 в конце по сюжету герой вообще погибает. И думаю, многие это замечали, но я все-таки скажу некоторые свои наблюдения относительно основных персонажей. Далее пойдут спойлеры. Томми в Рассвете на самом деле такой же злодей и предатель, как Лэнс Дэнс вместе с Сони Форелли. И все они уже предавали друг друга. Начну с Сони. В вступительном ролике можно заметить, что у него на столе лежит пара пачек купюр и несколько бутылок алкоголя. Но после сорванной сделки у него на столе будет лежать уже гора кокаина и еще больше денег. Тут несложно догадаться, что организовал срыв сделки именно Сони, а не Рикардо Диас, как рассуждали Томми с Лэнсом. Диас, судя по всему, был лишь инструментом в руках Сони. Я доверял тебе, Томми! Главнее этого будет признание Форелли в том, что именно из-за него Томми отбыл 15 лет за решеткой. Ты забрал у меня 15 лет, Сони. А теперь пришел час расплаты. Ты так ничего и не понимаешь, да? Ты мой, Томми. Те 15 лет принадлежали мне. Берите его, ребята, он всегда тебя соображал. Далее Лэнс Вэнс. Он тоже участвовал в сделке, но от лица дилера и своего брата Виктора Вэнса. То есть в каком-то смысле он тоже был предан Сони Форелли. Но он, не зная всей правды, решает встать на сторону Форелли и предает в конце концов Томми в Рассвете. И самое интересное, сам Томми в Рассвете. По сюжету, купив типографическую фабрику, он решает напечатать огромное количество фальшивых купюр. Ими же он и решает оплатить свои долги перед Сони Форелли, то есть предать, обманув его. То есть мы в предфинальном ролике видим аж три предательства. Сони в очередной раз пытается развести Томми на деньги. Он, в свою очередь, пытается нагреть Сони, отдав ему фальшивые деньги. А Лэнс просто рассказывает обо всем Сони. Знаете, после этого я убедился, что сценаристы из Rockstar действительно знают свое дело. Они пишут к играм простые и понятные для всех сюжеты, но добавляют к ним такие малозаметные, но значительные детали, что после того, как ты их обнаружишь, начинаешь воспринимать сюжет совсем иначе. Берите эти деньги. Вы знаете, Томми, я сделал все, что мог для вас. Я нажимал на рычаги, делал одолжение. Я был вашим другом, Томми. Я надеялся, что вы поймете. Поймете, что хорошо для дела. Я верил вам, Томми. А под конец можно сказать, что Рокки также по традиции решили высмеять огромное количество стереотипов и образов, причем по большей части того времени. В игре присутствует банда рокеров, бисексуалов, наркоманов, нарциссов, Love Fist, которых преследует фанат трансгендер. Вижу взрыв кулака любви. Кулак любви разрушил мою жизнь. Мексиканец, альфа-самец и вожак колумбийцев, который только и можешь говорить о мужских яйцах. Кстати, играет его Дэнни Трехо. Тетюшка Пули – типичный образ гадалки, что травит главного героя наркоманским чаем. Таких экстрасенсов и в наше время можно нередко заметить. Ну вот, сегодня сеанс закончен. Все эти люди раньше могли произвести на кого-то впечатление, но сейчас они в большинстве своем вызывают только смех. Но Rockstar сделала акцент не только на стереотипах. Управляющая фабрики мороженого Мод Хансен просто ненавидит детей. Судя по всему, этим персонажам разработчики напомнили, что детей в игре нету, но в самом мире GTA они все-таки есть. И не зря, ведь можно вспомнить, что ходили слухи о вырезанной миссии из GTA 3, где требовалось взорвать школьный автобус по поручению вырезанного персонажа Даркла. И теперь вместо этого анархиста-террориста, представляющего настоящую угрозу, в Вайс-Сити будет присутствовать бессильная старушка Мод, которая также ненавидит детей, но поделать уже ничего не может.
Такими намеками разработчики напоминают, что в своих играх они не пытаются кого-то вдохновить на какие-то ужасные поступки, а лишь показывают плохие стороны нашей общественности и частично усмеивают их. Блин. Сейчас я, бля, вспомню, как у него. Блять, вот пизда, блять. Ты прикинь, да, сука? Ты прикинь, да, блять? Не работает система внедрения. Ебать. Не работает, сука. Не внедряется в роты, не внедряется. Не работает, блядь. Это получается патч у нас 11.1.1.0. И на этом не работает. На новом патче, да. Возможно, куда-то в другое место теперь нужно добавлять или вписывать. Не победили танкисты. Сосать танкисты, пидорасы. Ничего не получится. Ничего. Все равно я найду способ внедрения. Может быть, пока моды нельзя добавлять. Может быть, и нельзя, блин. Не считается. Это не считается. Будем считать, что это не считается. И танкисты, они пидорасы, все равно проиграли, да. Пожилое тело все равно будет ликовать и уничтожать и пидорасов. Правильно, правильно. Не считается. Все, танков сегодня не будет. Геймплей тоже изменился в лучшую сторону. Здесь разработчики смогли реализовать все, что не успели в GTA 3. Во-первых, транспорт. Здесь появились полноценные вертолеты и самолеты, которыми может управлять сам игрок. Да и в целом количество наземных транспортных средств увеличилось. К ним также добавились мотоциклы. Лодки также не обошли стороной. Поэтому как сам город, так и атмосфера в нем стали более разнообразнее. В бедных районах бандиты ездят на старых машинах. В доках больше тяжелого транспорта, чем обычного, а в богатых районах можно встретить настоящие спорткары. Это присутствовало и в GTA 3, но не так ярко. Здесь некоторые автомобили можно встретить лишь в одном определенном районе. С увеличением транспорта стало больше и разнообразных миссий, и сюжетов, связанных с ним. Некоторые миссии стали более реалистичными и менее безумными. Например, миссия, где надо проследить за Кэнди Сакс, который отправился на встречу с конгрессменом Алексом Шрабом, чтобы мы могли сделать компрометирующее фото с ним за личной встречей, а затем шантажировать его. Или миссия, где Томми Версетти напьется с Филом Кэссиди, а тот, чтобы устроить для нашего героя настоящее шоу, взорвет динамит, да так, что тот оторвет у Фила руку. Конечно, это произойдет из-за того, что Фил в пьяном угаре забудет батарейки от пульта рядом с динамитом. Только вот Томми все равно придется спасать любителя взрывов от гибели. И также в пьяном угаре. Самой же невинной и реалистичной миссией будет продажа наркотиков под видом мороженого. И самой скучной миссией. Если уже пройтись по безумным заданиям, сразу можно вспомнить то, где надо прыгать на мотоцикле с крыши на крышу, причем по сюжету скрытно, то есть за определенное время до рассвета, и просто для того, чтобы использовать прожектор как рекламу нового порнофильма. Или сумасшедшая гонка на лодках, да яхты с наркотой, которой нужно прийти первым, после которой придется отстреливаться от конкурентов. В реальной жизни все это сложно представить, но в GTA это норма. Ну а миссию со взрывом очередного завода можно и не вспоминать, такие есть в каждой GTA-шке. Но самое главное изменение в миссиях, как я уже сказал, появление адекватного сюжета и объяснение происходящему в игре пиздецу. Тут возникает намного меньше вопросов. И теперь главный герой уже не кажется таким безвольным псом, как в прошлых GTA. Хотя... Чеченскую республику, да, он нарушает покой, да, хотя браслет к чертовой матери, да, он палец, а не имеет значения, закон, незакон, безопасность, и касается вопрос безопасности, расстрелять, говорит он. Саламу алейкум, а проблема с капитаном. И он закон, конечно. Но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм расследования о том, что у вас якобы имеется дворец GTA. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне,
ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежала. Никогда. Вот это первое. Второе. Зная, какие недостатки графики были у GTA 3, Rockstar изменили графические элементы так, чтобы они не так сильно выделялись и просто подчеркивали общую картину. Теперь стало намного меньше вспышек, блеска и размытия на картинке в целом, но вместо них были добавлены нераздражающие глаз эффекты. Капли крови или воды непосредственно на экране, отражение световых лучей на машинах и новые проработанные брызги от морских волн. Графика стала более реалистичной и спокойной, а общая гамма стала более насыщенной и яркой, чем серая и унылая гамма из прошлой части. Поэтому все графическое оформление в Vice City кажется более жизнерадостным и в каком-то смысле тонизирующим для игроков. Когда я ездил в GTA 3 от миссии к миссии, мне хотелось поскорее добраться до места назначения и не тратить так много времени. Тут же я иногда даже мог просто любоваться видами и слушать музыку, катаясь на машине по городу. И мне кажется, именно из-за такой атмосферы, которая успокаивает и расслабляет игроков, но при этом и не дает им заскучать, GTA Vice City стала очень любимой среди многих игроков. GTA Vice City считается легендой. Но не потому, что здесь много розового неона или красивое небо, а потому, что в целом графика справляется со своей задачей на 100%, показывает игрокам простую и красивую картинку города, без всяких свистелок, переделок и прочего графического мусора. Помимо этого была улучшена система анимации. Rockstar разработали мимику для персонажей в кат-сценах. И хоть зачастую она выглядит очень странно, для 2002 года иметь такие внутриигровые ролики – это огромный плюс. Персонажи стали более живыми и менее деревянными. Их модельки перестали состоять из нескольких частей, как в GTA 3. Даже знаменитая рубашка Томми при езде на мотоцикле трясется на ветру. Еще нельзя забывать про арт-дизайн. Теперь Vice City хоть также и не был полной копией Майами, но почти все здания стали уникальными и соответствующими тому стилю. Здесь есть здания в стиле арт-деко, современные небоскребы в стиле хай-тек, хибарки в бомж-стайле и, конечно, обычный модернизм. В городе раскрыты как лучшие черты – райские пляжи, широкие розовые улицы, зеленые острова, дорогие особняки и худшие стороны. В игре есть старая свалка, грязные трущобы, серые доки и особняки, но уже обжитые наркоманами и бандитами. Все это, понятно, пародировало реальный Майами. Даже старая киностудия показывала, что она была сделана в 30-40-х годах. Физика осталась такой же убогой, как и в GTA 3, но со значительными улучшениями. Авто не кажется теперь такими легкими по весу и теперь хоть как-то умеет заходить в нормальный занос. Лодки стали легче, быстрее, более отзывчивее к управлению. Но весь транспорт остался деревянным, как в прошлой части. А персонаж до сих пор очень плохо управляется. Он до сих пор не умеет плавать и стрелять на ходу. Но при этом научился присаживаться, укрываясь за некоторыми укрытиями. Стало значительно меньше багов и вылетов. Но игра также продолжает сильно зависеть от кадра в секунду. Если убрать ограничитель FPS, в игре начнутся бесконечные загрузки, транспорт станет слишком медленно поворачивать, а погодные эффекты будут очень быстро проигрываться. В общем, физику не улучшили, но все-таки доработали. Не стойте там, черти, отправляйтесь за этим гаитянским дерьмом. На крышу здания Vice City News можно легко попасть прямо через парадный вход. Там можно обнаружить коллекционную статуэтку, вертолет новостной службы и, пожалуй, самую известную пасхалку из всей серии GTA. Пасхальное яйцо, на котором будет написано «Счастливой Пасхи». Я думаю, о нем все знают. Но почему именно пасхальное яйцо? Почему такие секреты в играх называют именно пасхалками? Ответ очень простой. Давным-давно, во времена празднования весны, у людей яйцо стало символом возрождения Земли. Потом, у ранних христиан, яйцо стало символом воскрешения Иисуса, и яйцо сравнивалось с гробом Господним. В связи с этим у христиан появилась игра, где мужчины прятали разные яйца в разных местах перед Пасхой, а во время самой Пасхи женщины и дети пытались отыскать как можно больше спрятанных яиц. Такая традиция сохранилась и до наших дней, в основном в Англии и Америке. И со временем появилось выражение «найти пасхальное яйцо» или «пасхалку». Наверняка вы находили деньги в старой куртке или какую-нибудь вещицу под диваном или за шкафом, о которой давным-давно забыли. В такие моменты некоторые могут сказать «вот пасхалку нашел». Ну а с развитием компьютерных игр
и, соответственно, секретов в них, и появились настоящие игровые пасхалки. Транспорт в игре потерпел любопытные изменения. Физику танка пофиксили, и теперь он не может взлететь в воздух, как в прошлых частях. Это во-первых. Во-вторых, вы когда-нибудь замечали, что после того, как угоните определенный автомобиль, даже если он редкий, вокруг начнут появляться такие же автомобили? Такое можно заметить во многих GTA. На самом деле это не баг и не шутка от Rockstar. Дело в том, что GTA Vice City выходила на старую PlayStation 2, и разработчики пытались сделать так, чтобы игра как можно меньше нагружала видеокарту. Поэтому игра пытается спавнить те автомобили, которые уже загружены в оперативную память, то есть, которые прямо сейчас присутствуют в самой игре, и в том числе угнанный игроком автомобиль. А новые авто загружаются в основном, когда игрок приезжает в другой район. Также в этой игре появился новый уникальный транспорт. Подводные лодки. Остатки одной можно найти на свалке, а вторую, вполне рабочую, севернее торгового центра на Восточном острове. Также под водой есть остатки катера и грузового корабля. Вообще в игре присутствуют модельки кораблей из GTA 3, правда название синего корабля уже другое. А жаль, было бы интересно, если бы это был тот самый корабль, который взорвали в прошлой части. Такая очередная отсылка. А вообще морское дно разработчики решили так разнообразить, потому что в прошлой части море было мутное и непрозрачное. Тут же, с появлением прозрачной воды, дно пришлось прорабатывать, чтобы оно не было таким однообразным. Также поэтому добавили туда утопленника с забетонированными ногами. Он появляется в разных местах определенной области, и мне пришлось немало побегать, чтобы его найти. Я его нашел, прямо на вершине камней у самой морской поверхности. Бедному мужику пару метров не хватало до спасительного воздуха. Другого жмурика можно найти прямо в быстрого Марка, что из вступительного ролика. Личность его не раскрыта. А само это место находится прямо в Ocean View Hotel, в котором остановился Томми Версетти в начале игры. За всю игру в его номере будут появляться различные предметы. Вначале там будет находиться только плакат с Клодом из GTA 3. Но потом, после прохождения различных миссий, будут появляться бочки с ромом, Филокастодии, коллекционная статуэтка с кокаином внутри, плакаты фильмов для взрослых, сумка с наличностью, костюм на вешалке и трофей «Стрелок месяца». Такие же мини-трофеи будут появляться и в особняке в Версетти. Также бело-желтый океаник возле отеля – это прямая отсылка к Oldsmobile 88, который почти всегда припаркован у отеля Avalon в Майами и является его визитной карточкой. А рядом с отелем Ocean View находится заведение под названием Front Logo Cafe, а Front Logo можно перевести как «логотип на обложке». А это название оформлено шрифтом Price Down, таким же, как у логотипа GTA. Проще говоря, это кафе посвящено самому логотипу GTA. Также к самой GTA, точнее к их разработчикам Rockstar Games, отсылает еще один магазин Rockstar Video Games, на витрине которого присутствуют арты героев GTA 3. Но лично для меня самыми интересными местами в игре являются два магазина, связанных очень жуткой историей. Первый – это мясной магазин Carnicero Romero, на прилавке которого кроме обычных мясных продуктов можно обнаружить мозг, руку и неопределенный орган человека. А рядом можно обнаружить второй магазин – Funeraria Romero, предлагающий похоронные услуги. Но более жуткой является картина во дворе за магазином. Там 4 могилы, одна из которых раскопана. Там находится скелет. Но если присмотреться, можно увидеть, что у него отсутствует рука. А учитывая, что эти два магазина, судя по всему, принадлежат какому-то Ромеро, несложно догадаться, откуда на прилавке мясного магазина рука и другие части человеческого тела. Также можно заметить надгробие с именем Стивена Малхолланда, дизайнера карт GTA Vice City, San Andreas и всех следующих. То есть он жив до сих пор. И да, это все-таки какой-то немного жутковатый юмор от Rockstar.
Последний интересный магазин – это «Амунация», что в даунтауне. Там можно обнаружить скрытую текстурку с Горбачевым и Рейганом прямо в магазине. Зайдя внутрь, используя РПГ, можно просто прицелиться на витрину магазина изнутри. Эта текстурка отсылает к холодной войне между СССР и США. Также разработчики оставили жирные намеки на фильмы, которыми вдохновлялись. Например, внешность Кен Розенберга копирует внешность адвоката из фильма «Путь Карлито». Но больше отсылок именно к фильму «Скарфейс». В одном из безымянных зданий можно войти в апартаменты с окровавленной ванной и бензопилой. Такая же обстановка была в одной из сцен фильма. Да сам интерьер кабинета в особняке Версете повторяет аналогичный из фильма. Также в игре присутствует интернациональный аэропорт Эскобара, скорее всего названный в честь Пабло Эскобара, очень известного наркобарона того времени, который по большей части вдохновил на создание образа Тони Монтаны. В игре есть мини-игра с пляжным мячиком. Если его высоко пнуть и начать отбивать головой, появится счет, на котором будет указываться количество отскоков от головы Томми. Мой рекорд 40, а какой ваш? Взрослый юмор в игре никуда не делся. Некоторые бассейны в игре имеют форму женского тела, а также логотипа Rockstar. Фигуру мороженого напоминают женские формы. Ну и конечно, на одном здании с 23 до полуночи окна будут светиться в странной комбинации. Ну и напоследок, именно в GTA Vice City впервые появились знаменитые закусочные Burger Shot и напиток Спранг. Свяжи их и сунь в рот кляп. То, что надо. Немного потуже между ног. О, да, да, мне тоже, мне тоже. Уже имея опыт создания GTA 3, разработчикам было относительно легко справиться с GTA Vice City. Технически Vice была почти такой же, как и прошлой GTA 3. Графика, физика и геймплей все же имели некоторые улучшения, но растянуть их на всю игру нельзя. Поэтому в этом плане игра не кажется некой ступенью вперед для развития всей серии. Но разработчики сумели решить главные проблемы прошлой части, которые отталкивали игроков. Игра стала относительно проще, хоть управление персонажем осталось плохим. У нее появился полноценный сюжет, в котором хотя бы частично раскрывались характеры персонажей. И атмосфера ее перестала душить игроков своей угрюмой погодой и серыми улицами, и вместо них позволило игрокам насладиться залитыми солнцем видами под годную музыку 80-х. Даже во время дождя игра умеет играть красками. Так чем же она зацепила игроков? Почему ее так сильно любят многие фанаты? На самом деле всего лишь одним – своим стилем. Здесь годная музыка, красивая графика, интересные миссии с толковым сюжетом. Недостатки, конечно, есть, но именно сам стиль оформления и качество самой игры подарили игрокам ту историю, за которой было интересно следить. Это банально, но в этом и есть сама суть. Разработчики добавили в игру все то, что им самим нравится и нравится многим людям. Эпоху 80-х, которая вызывает ностальгию у тех, кто ее прожил, и желание побывать в ней у тех, кто ее уже не застал. Это сейчас люди пытаются сымитировать тот стиль, делая игры, музыку, арты. Но тогда все было натуральным и оригинальным. В то время люди создавали что-то свое и не копировали у других, как часто это делают сейчас. Стоит ли ее проходить? На этот вопрос, я думаю, вы сами сможете найти ответ. Но все же жаль, что Rockstar не делают ремейки старых GTA, как это произошло с Mafia 1. Но я понимаю почему. После RDR 2 они пилят новую игру, и это хорошо. Лучше рассказать новую историю, чем пересказывать старую. Но все-таки есть один плюс. Rockstar портировали GTA Vice City на телефоны, подарив ей второе дыхание. Теперь намного легче ознакомиться с классикой тем, кто в нее все еще не играл. А сам итог такой. GTA Вице-город. Это Док Хадсон от мира тачек, настоящая легенда. Когда-то имеющая бешеную славу, но теперь в свете сотен новых игр потихоньку она становится забытой. Это все-таки не San Andreas, на основе которого созданы миллионы RP-серверов и прочего. Время ее неумолимо прошло, оставив лишь трофеи на пыльной полке. И это все. Играйте в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.
дело. Они должны передумать. Ну ладно, придется еще немного дерьма раскидать. Кажется, я понял, кем я был в прошлой жизни.